Здравствуйте, я Ирина Карбина. Вы смотрите программу «Архитектурная галерея». 12 апреля страна празднует День космонавтики. А для нас это повод поговорить на тему «Архитектура и космос». С тех пор, как Юрий Гагарин посетил космические дали, новые технологии и проектирование в духе научной фантастики все настойчивее проникает в нашу земную жизнь и современную архитектуру. Космос, порядок, строение противоположен хаосу, то есть тьме и пустоте. Классический космос находится внутри хаоса, как предельное в беспредельном. Вселенная трактуется как населенная часть. Космическая архитектура на Земле – это не только обсерватории и космодромы, ну и святилища, храмы, пирамиды, мавзолеи. И даже жилье. Ведь купол дома или храма не только изображает небесный свод, но и защищает от него его обитателя, его внутренний космос. В заре своей истории человечество сформулировало два пути освоения космоса – физический и метафизический, в реальности и во сне. Желание построить что-то большое, заметное не только издалека, но и из космоса, например, башню или лестницу до неба, всемирную систему пирамид или концентрических окружностей многокилометрового диаметра, сопряжено с затратами и риском. Разрушение Вавилонской башни и провал строительства колоссального дворца Советов в Москве – наиболее известные неудачи первого пути. Кино представляет в 20 веке опыт сновидения небесных обителей. Архитектура небесного Иерусалима прозрачна и светоносна. В описании упомянуты такие материалы, как изумруд, оникс, смарагд. Для парадиза в фантазии Люка Бессона характерно причудливое переплетение традиционных мотивов. Подобно любой колониальной архитектуре, архитектура в космосе переживает неизбежный период эклектизма. Инерция сознания автоматически переносит в новую среду старые и типологически привычные формы, с той лишь разницей, что отсутствие видимых границ и силы притяжения открывает широкий простор для гигантомании. Город построен и расположен на равнине и наполнен всеми благами, но вход в него тесен и расположен на крутизне так, что по правую сторону огонь, а по левую – глубокая вода. Между ними, то есть между огнем и водой, лежит лишь одна стезя, на которой может поместиться не более, как только ступня человека. Если город этот будет дан в наследство человеку, то как он получит свое наследство, если никогда не перейдет лежащий на пути опасности?
Прямой угол, продиктованный исключительно земным тяготением, в абсолютной невесомости теряет свой тектонический смысл, и свобода формообразования ограничивается только агрессивностью окружающей среды. Ключ на 13, есть 13. Кесар, я заря 1, зажигание. Российские свершения – запуск первого искусственного спутника, облет Гагарином земного шара, первый выход в открытый космос – имеют орбитальный или кольцевой характер с центром вращения в Москве. Американские программы с их высадкой на Луне, многоразовыми кораблями, марсианскими станциями предполагают начало и конец пути из пункта А в пункт Б. Это отличие фиксирует язык. Астронавт означает «плывущий к звездам», космонавт – «плавающий в пространстве». В архитектуре это называется линейной и центричной схемами. Для первой характерна равномерная протяженность, для второй – симметрия и иерархичность. Русская модель – это модель космоса, американская – стратегия передвижения в нем. Модель – категория архитектурная. В центре русской модели лежит Москва. По словам Мандельштама, на Красной площади всего круглей Земля. Сравнивая Москву с космосом, можно увидеть Солнце в схеме метро и звезды кремлевских башен. Именно эта архитектурная космогония привела в конце XIX века к возникновению философии общего дела или русского космизма. В понимании его основоположника Федорова эта идея сотрудничества с Творцом, соучастия в божественном замысле и, в частности, в осуществлении воскресения мертвых научным путем и их дальнейшего расселения в космосе. В более узком смысле космизм – художественное направление, опирающееся на такого рода философию. Близкое символизму, оно непосредственно связано с мотивами научной фантастики, реальной космонавтики и тесно переплетается с более свободным жанром фэнтези. Одним из последователей теории космизма был Циолковский, создавший проект реального человека-носителя. Человеческими ступенями полета стали последовательно Федоров, Циолковский, Королев, Гагарин.
Ренессансная смена модели с геоцентричной на гелиоцентричную привела к расширению космических пределов до размеров современной Солнечной системы, а потом и до размеров астрономических. В эпоху модернизма космос оказался вывернут наизнанку, появившись на месте древнего хаоса с его пустотой, холодом и невесомостью. В современной культурной ситуации активизируется индивидуальный микрокосмос с его внешней проекцией, персональным компьютером. Компьютер, как носитель этого космоса, в свою очередь становится средством доставки в виртуальную Вселенную. Сегодняшний космос уже не только безразличный фон нашей жизни. Здесь размещена техническая зона, пространство коммуникации земного дома. Подобно земной архитектуре, пространство мироздания разделено на внешнее и внутреннее. Иммануил Кант формулирует реальность как звездное небо надо мной и нравственный закон во мне. Архитектурное прочтение формулы Канта превращает звездное небо в общий вселенский фасад, а нравственный закон в дизайн личного интерьера. Похоже, что сегодня человечество как-то охладело к завоеванию космоса. Теперь уже космос все больше и больше завоевывает человека и становится неотъемлемой частью нашей материальной и виртуальной действительности. Прежде чем проститься, традиционная рубрика. О том, как развиваются события, связанные с реконструкцией Мариинского театра в Санкт-Петербурге, вы можете узнать на нашем сайте. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. До свидания.